В Мордовии вынесли приговор двум рецидивисткам, похитившим продукты питания из магазина. Ворованный товар дамы пытались вынести из торговой точки в детской коляске. 3 июля 36-летние фигурантки уголовного дела пришли в районный супермаркет. Вместе с ними был маленький ребенок, одной из них. С прилавка магазина покупательницы брали различные продукты питания не только. В список покупок попали в том числе и спиртные напитки. Причем складывали все не в корзину, а в детскую коляску. В какой-то момент женщины осознали, что расплачиваться за покупку им нечем, и решили провернуть криминальную авантюру. Договорившись между собой, одна из злоумышленниц направилась к продавцу, чтобы отвлечь его. А вторая мимо кассы прошла в тамбур, где ее остановил другой сотрудник магазина и попросил показать, что находится в корзине. После этого фигурантка бросила коляску и ушла, а соучастница преступления, выйдя из торгового зала, забрала ее вместе с похищенным имуществом и, проигнорировав требования продавца об оплате, покинула место преступления. С ворованным товаром женщины направились домой к одной из них. При этом по дороге успели съесть и выпить часть украденного. Сумма причиненного ущерба составила около 3000 рублей. Грабительниц задержали и чалковские сыщики. Позже полицейские установили причастность одной из дам к краже мобильного телефона знакомой. Отягчающим обстоятельством для одной из фигуранток стало рецидив преступления. Вину сельчанки признали и раскаялись в содеянном, что явилось для соучастницы преступления смягчающим обстоятельством. Кроме того, суд учел наличие малолетних детей и новую беременность. Приговором суда одна из фигуранток осуждена на 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Соучастнице преступления назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».